погрузка столбов на рысе. Мы выдвинулись в сторону рябинушки. Веревка, держащая борт, не выдержала, лопнула на кочке. Акимат проезжаем. Полпути проехали. Пересекаем верхнюю трассу. Большой машине тяжелее переехать перекресток. Начало разгрузки. Первая опора. Преображение рябинушки. Новый уровень. Вторая опора. Люди работают, техника не выдерживает. Аж тросы чуть ли не рвутся. Из роликов. И вот так держи. Крайняя опора на сегодня. На подъеме. При опасном градусе установка четвертой опоры. Вот, все, конец работы. Закончили четыре опоры.